Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня у нас видео о мотивации на уборку в огромном доме. Если вам нравятся такие видео, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписаться на канал. Сегодня я убираюсь дома у родителей. Мои родители уехали отдыхать на море на 2 недели, оставили нам свой дом, сказали нам пока жить у них. В общем, мы пожили неделю, натворили тут бардак. И теперь я решила убраться. Начала я уборку с комнаты родителей, поменяла в их комнате постель, застилаю новую. Когда я начала приступать к уборке, я поняла, что я не убиралась в этом доме 8 лет. 8 лет я не занималась уборкой в этом доме. Ну как, я убирала иногда за детьми игрушками, ну что-то так локально убирала, но так, чтобы полностью все убирать, протирать пыль, пылесосить, мыть полы, такого вообще не было 8 лет. Я даже была немножечко в шоке от этого. Этот дом спроектировал и построил сам мой папа. Он полностью сам рисовал проект, сам занимался стройкой. Ну, конечно, им помогали рабочие, но, в общем, все он делал сам. Мы переехали в этот дом, когда мне было 3 года. И, в общем, с 3 лет до 20 я жила в этом доме. Сейчас я перешла на балкон. Нужно снять вещи, которые высохли. Аккуратно сложить их. Попасть на балкон можно из родительской спальни. У нас большой балкон с 3 большими окнами. Ну вот и все. Я заканчиваю с вещами. Практически все их я уже собрала, сложила. Теперь я перехожу к уборке в моей комнате. Эта комната находится на самом верху, на 3-м этаже. Тут только одна моя комната, это мансардный этаж, и получается моя комната находится под самой крышей. В этой комнате прошло все мое детство, моя юность. Тут еще остались элементы некоторые, которые были у меня. Но сейчас эта комната используется как кабинет или как гостевая комната. Когда мои детишки остаются ночевать у родителей, они спят в этой комнате. Я везде протерла пыль, убрала листочки от цветочка, которые нападали. И теперь переходим к другой части комнаты. Сейчас я протираю свой бывший кукольный домик. Это специально было так спланировано. У меня там жили куколки. Это у них было 4 отдельных комнаты. Там стояли кроватки, кухня. Ну, в общем, все как у девочек было. Это был мой кукольный уголок такой. Здесь находится моя кровать. У меня не было такой обычной кровати. У меня, получается, был такой, как сказать, подиум. И сверху, видите, висит гардина. На ней висел палантин. Как бы вот так в 2 стороны свисал палантин. И эта часть комнаты отделялась от другой части комнаты. Я всегда спала просто, получается, на матрасе. Видите вот эту дверь, это у нас, так сказать, кладовка-чердак. Там у нас лежат сейчас подушки, одеяло, и мама сложила туда все игрушки. Все игрушки моих детей, наши старые игрушки, в общем, сейчас это склад наших игрушек. Так как у нас были гости, в этой комнате ночевали они, я сейчас тоже сняла грязную постель и застилаю чистую. Мне все время в детстве казалось, что моя кровать находится как будто в каком-то сказочном месте. Я не знаю, это просто было безумно круто. Какой же молодец мой папа, когда это все придумал. Ну, в общем, реально крутая комната у меня была. Я всегда в детстве ей очень сильно гордилась. Ну вот и все. Я застелила кровать. И теперь перехожу к лестнице. Эта лестница ведет из моей комнаты. Сейчас мы переходим в комнату моего брата. Сейчас тут в данный момент находится папина мастерская. У меня папа рисует. И он также развесил свои картины. А раньше это была комната моего брата.
Тут, получается, с этой комнаты открывается второй свет на гостиную. Зал у нас, получается, в гостиной потолки высотой 5 метров. Я сейчас собираю засохшие листья цветочков, поливаю, протираю пыль. И перехожу к уборке под лестницей, нужно там протереть пыль. И сразу направляюсь во вторую ванну, которая находится на втором этаже. Тут стоит душевая кабина, раковина и туалет. Раньше это была всегда моей ванной, но сейчас родители поделили ванны. Наверху ванна папы, а внизу находится санузел мамы. Я везде протираю пыль. Поливаю также цветочки и решила почистить раковину и туалет. Заливаю все, как обычно, гелем белизной, хорошенечко чищу. Вот, я так и не показала вам, где находится душевая кабина. Видите, справа от меня вот такая, это душевая кабина. В общем, небольшая такая ванна, интересной формы. Тоже все проектировал, делал мой папа. Раньше в детстве тут была такая огромная джакузи из мрамора. Но так как тут было холодно и не очень удобно купаться, в общем, ее убрали и сделали просто душевой, туалет и раковину. При выходе из ванной стоит огромное зеркало, которое декорировала моя мама, она его декорировала той же плиткой, которой сделана ванная комната. Вот сейчас я его протираю. Это все сделала сама моя мама. В общем, у меня очень талантливая семья. Справа вы видите картины, которые рисовала я, когда училась в художественной школе. Ну, после того, как я закончила художественную школу, признаюсь честно, я больше никогда не брала кисточку в руки. Не знаю почему. Теперь я протираю лестницу, которая ведет на первый этаж. Протираю с нее пыль. И вот мы уже на первом этаже. Заканчиваю с уборкой на лестнице. И перехожу к дивану. Сейчас детишки пока спят внизу, не наверху, потому что вверху, я уже говорила, у нас ночевали гости, когда приезжали. Детишки спали тут внизу на диване, так что я снимаю всю постель. Обратно заправляю диван, пропылесосила его. Все красивенько складываю, подушечки, и вот такая вот красота у нас получилась. Протираю пыль на подоконнике с цветочка. С этого цветочка летит очень много листочков. Я их потрясла, чтобы они все упали. Поливаю все цветы. Цветов, вы как заметили, у мамы тоже очень много, она очень любит цветы. И она меня просила следить за тем, чтобы они не засохли, поэтому я их постоянно слежу за ними, протираю. Перехожу к другому окошку, также протерла пыль, полила цветочки. Тут стоит у мамы пианино, она на нем играет. Я тоже в детстве училась играть на пианино, но, если честно, это было не мое. Я проучилась год или два. Ну, так, умею кузнечика сыграть, и все. Видите, тут на стене у родителей висят тарелки. Жалко, я не засняла, их намного больше. Они везде со всех стран, в которых были, привозят тарелочки и вешают сюда на стену. А я уже все убрала, осталось только пропылесосить пол. И перехожу к камину. Камин тоже делал мой папа сам. Тут у нас камин и телевизор. Дети немного на полу, видите, раскидали игрушки, но ничего, я их сейчас быстро все уберу. Также везде протираю пыль. Расставляю на камине всякие сувенирчики, как они стояли, тоже просто все протираю. И остается только убраться и протереть пыль на полке с книгами. Тоже протираю все горизонтальные поверхности. И все, уборка завершена в этой комнате. Перехожу в ванну, сразу закидываю кучу постельного белья в машинку.
и включаю ее, пока она стирает, буду убираться в других комнатах. Как я уже говорила, это ванная комната моей мамы. Тут находится стиральная машинка, туалет, раковина и ванная. И теперь перехожу к уборке на кухню. Также поливаю цветочки, протираю везде пыль. Видите вот этот синий комод? Это комод моей прабабушки. Мама его забрала у нее, сама декорировала. Все, я протерла везде пыль. Протираю стол. Вот такой вот у нас большой, огромный стол. Если честно, я мечтаю, чтобы у нас в доме тоже был большой стол. Убираюсь на барной стойке. Протираю пыль, все аккуратненько складываю. Поливаю цветочки. И остается уборка сама на кухне. Вот такой вот бардак. Как же тяжело жить без посудомоечной машинки. Очень тяжело. Так не привыкла я мыть посуду руками. Но деваться некуда, все равно приходится. Я решила заодно сразу помыть плиту. Мою просто губочкой, нанесла средство, протерла и вытираю тряпочкой. Вся красота и весь уют в этом доме, конечно же, заслуга моей мамы. Какая она умничка, как она все красиво организовала дома. Ну вот я и закончила с плитой. Теперь нужно все протереть на рабочей поверхности, разобрать, красивенько расставить. И останется только помыть кучу посуды. Убираюсь в этом шкафу. Тут обычно лежат печеньки. Естественно, дети постоянно туда залазят. Все убирают, раскидывают, разбрасывают. Ну, в общем, я все аккуратненько складываю. И перехожу к мытью посуды. Видите, сколько накопилось? Да-да, я не люблю мыть посуду. И очень жаль, что у мамы нет посудомоечной машины. Наверное, надо ей ее подарить. В общем, мою все сковородки, чайники, тарелочки, ложечки, чашечки. В общем, все это количество посуды. Я сначала мою все фэри, даю немножечко постоять, а потом смываю и уже расставляю посуду по шкафам, чтобы посуда была чистой и вода успела из нее стечь. Вот я помыла посуду пеной, теперь выставляю ее на полотенчик, даю, чтобы все стекло немножко высохло, и потом уже буду составлять все шкафчики. Если вы досмотрели видео до этого момента и до сих пор не подписались, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите мне комментарий. Мне это очень приятно. Очень приятно слышать от вас обратную связь и знать, что вы настоящие люди, которые меня смотрят. А тем временем уборка на кухне продолжается. Я же вам говорила, что у нас были гости. И, во-первых, скопилась куча посуды. Так что я до сих пор продолжаю ее мыть. У нас также осталась посуда от пирога, от шашлыка, вот эти большие железные подносы, которые тоже сейчас буду мыть, куча ложечек, вилочек. В общем, все это нужно помыть и разложить по местам. Если вам понравился этот дом, обязательно напишите об этом в комментариях. Если еще что-то хотите узнать про этот дом, я даже могу для вас снять рум-тур или что-то рассказать. Задавайте свои вопросы, обязательно поделюсь. Кстати, родители меня вдохновили на строительство дома, чтобы мы сами начали с мужем строить дом. Потому что я выросла
и всю свою сознательную жизнь провела в доме, и мне так сейчас непривычно жить в квартире, поэтому мы и начали строить свой дом. Надеюсь, скоро мы достроим и тоже переедем. А тем временем практически уборка на кухне уже завершена, осталось помыть только кофеварки. Вот и все. Кухня прям на глазах преображается. Addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. Вот уборка на кухне завершена, а тем временем меня постирала стиральная машинка. Я уже вытащила все вещи и вот отнесла на балкон. Быстренько их развешиваю. Все-таки, правда, на балконе вещи сохнут намного быстрее, чем у меня дома в ванной. Но у меня нет дома возможности вешать вещи на балконе, потому что у нас рядом находится дорога, и постоянно с дороги летит пыль в дом. Поэтому, мне кажется, вещи там будут очень грязные, если их там повесить, сушить. Ну вот и все. Практически все вещи я уже повесила. Остается только прибраться в коридоре, протираю зеркало, убираюсь в прихожей, развешиваю шляпы, очки, сумочки, все раскатываю, протираю тут пыль. При входе стеклянная дверь, дети ее всю залапали, протираю тряпочкой. И спасибо всем, кто смотрел меня сегодня. Всех целую, всем пока-пока.